Добрый день. Меня зовут Вадим Старов. И у нас с вами проходит семинарское занятие на месте силы. Загородная база, заповедник, Тверская Нектариевая пустынь. Рядом с нами находится охотхозяйство. И мы будем проводить сегодняшнее наше занятие, посвященное одновременно комплексной системе, включающей в себя саморазвитие, включающей в себя оздоровление, а также боевые искусства. Но вначале перед занятием коротко о себе. Кто я, что за система и чем мы будем заниматься? Я являюсь президентом Международного центра «Русский стиль. Боевая система спецназ». Коротко биографические данные и как я пришел к той системе, которую представляю. В свое время, в детстве, как все мальчишки в Советском Союзе, занимался игровыми видами спорта, играли в футбол, играли в хоккей, ну и также в различные другие виды спорта. Ну а помимо этого немного занимался боксом, немного борьбой занимался, немножко карате. Воспитывал меня дед, ветеран Великой Отечественной войны. Отца я потерял рано, и дед мне был примером как того, к чему нужно стремиться, и тот стержень и военно-патриотическое воспитание, которое закладывалось. Дед мой, Масленников Николай Иванович, прошел Великую Отечественную войну, даже начал с 1939 года простым солдатом, Карело-Финская война, затем Великая Отечественная война с фашистской Германией, и закончил командиром артиллерийской батареи в Берлине, брал Рейхстаг. Имел многочисленные боевые награды, ордена, медали, а также ранения. Поэтому изначально моя судьба и мой выбор пути был определен как путь военного, путь защитника Отечества. Затем, по окончании школы, я поступил в Рижское военное училище, училище ракетных войск стратегического назначения. Но помимо того, что это было военно-инженерное училище, это училище также имело профиль подготовки и выпуска так называемой ПДРГ. Что такое? Это противодиверсионно-разведывательная группа. Если цель, основная цель номер один спецназа, это уничтожение пусковых установок ракетно-ядерного щита вооружения противника, и это диверсионно-разведывательные группы, созданием сил ядерного вооружения также стали на базе этих сил создавать противодиверсионно-разведывательные группы. И волей судьбы в середине 80-х годов я столкнулся первоначально на стажировке с курсантами Краснодарского аналогичного училища ракетных войск стратегического назначения, которые проходили подготовку у Кадочникова Алексея Алексеевича. Больше сейчас это известно как система Кадочникова. И первоначально мой путь саморазвития, самопознания, это был путь боевых искусств. Вначале это было просто увлечение, занятие различными видами единоборств. В военном училище был больше профиль армейского рукопашного боя и боевого самбо. Но то самбо, то направление, которое нам давали, эти приемы почему-то в жизни не работали, потому что это были заученные движения, делай раз, делай два, загиб руки или же какие-то еще другие элементы. В моей жизни, как в таковой, учителей не было, и всему, чему я достиг, это я достиг, занимаясь саморазвитием, самопознанием. Но на моем пути встречались люди, которые дали мне мощный толчок к саморазвитию, к самопознанию. И первоначально это был Кадочников Алексей Алексеевич,
это некие нестандартные пути и подходы к решению определенных ситуаций. Та модель, которая была представлена Кадочниковым, это модель рукопашного боя системы спецназ, но в его преломлении это была механическая модель на базе физики и механики. Сам Кадочников проходил подготовку в так называемой последней диверсионной школе, Жуковской школе, на базе Ейского училища, где была отобрана небольшая группа курсантов. Из тех курсантов, которые выявляли определенные в себе качества силы воли или же нестандартных некоторых моментов. Эта группа отбиралась для специальной диверсионной подготовки. Эта группа была завязана на базе военно-морской разведки, но хотя больше, конечно, это была инженерная подготовка, которая включала в себя работа по радиозондам. То направление, которое было представлено Кадочниковым, это направление боевого самбо, направление, которое представлял Спиридонов. Боевое самбо разделялось на два направления. Спортивное направление, Отщепковское, Харлампевское, и так называемое направление, боевое направление самбо для войск специального назначения, военной разведки, сейчас это СПН ГРУ, вот, ну а также для специальных подразделений НКВД. Основной упор делался на работу, не решение вопросов силовым путем, а есть всего два вида ведения боя. Первый вид – это открытый бой, когда методом силовой подготовки или же по принципу броня-снаряд мы пытаемся переломить ход этого поединка. Как правило, это превосходящие силы или же наличие как бы грубой физической силы, которая подавляет силу воли и принуждает к повиновению, подчинению и управлению. Но если вести разговор издревле, то еще в древнем мире, после того, когда человек освоил и научился управлять первично стихиями природы, такими как огонь, такие как вода, как воздух, эфир, произошло мощное развитие. Но в дальнейшем это все переросло в войны-сражения, и вначале это было холодное оружие, на примере шашки. Но даже перед шашкой был меч, это оружие, которое холодное зародилось более 6000 лет назад. Затем на смену мечу пришла шашка. Шашка, сабля, это более мобильное оружие, хотя меньше пробивная способность, но зато больше мобильность, скорость, подвижность и работа в ограниченном пространстве. Но с развитием огнестрельного оружия, так называемые боевые искусства, перешли только в закрытые направления, войск специального назначения или же в специальные службы. Потому что если раньше, во время развития века холодного оружия, те, кто занимались боевыми искусствами, они постоянно шлифовали свой навык при ведении боя. Но с развитием огнестрельного оружия, а в дальнейшем с развитием оружия массового поражения, так называемое направление боевых искусств или же специального рукопашного боя, направленного на уничтожение противника голыми руками, отошло в сторону. В современном мире за основу подготовки войск специального назначения на первом месте ставится ведение боя с помощью огнестрельного оружия. Да, рукопашный бой имеет значение, но это больше как методы психофизической подготовки или же, скажем так, решение каких-то вопросов в самый критический момент, когда вошли в ближний бой, когда закончились патроны, или же когда какая-то непредвиденная ситуация, или же это методы подготовки специальных групп, или же специально обученных людей, действующих, как правило, на территории противника. Основная задача – это скрытный, незаметный подход
и решение каких-то нестандартных ситуаций, когда не должно быть лишнего шума, но, как правило, в ход идет холодное оружие. И когда задают вопрос по поводу, насколько, почему в данной системе не проводятся соревнования, состязания, то это вызывает в лучшем случае улыбку, потому что люди мало что представляют реальность жизни, реальность бытия, или же что такое самооборона. Ну, самооборона – это модное последнее время слово, но та реальная самооборона – это та самооборона, которая, за которой мы все наблюдали, та самооборона по защите рубежей, по защите своих домов, своей семьи, та самооборона, которую люди используют с целью выживания. Возвращаясь к боевым искусствам, существует два способа ведения боя. Первый метод – это открытое подавление сил противника. Но не всегда этот метод можно применить. Если есть превосходящие силы, то используется второе направление. Это так называемые технологии скрытого воздействия, скрытого управления, скрытого подавления. Или же некая маскировка своих намерений. Все мы прекрасно понимаем, что войны и сражения выигрываются не числом, а выигрываются умением. Так вот, умение скрыто подойти на дистанцию, умение неожиданно напасть и в конце концов победить малой кровью. Или же это технологии скрытого воздействия, управления, манипулирования как сознанием, как вниманием, как всей ситуацией. То есть это прокачка ситуации, пути отхода, отступления. И вот то второе направление, технологии скрытого подавления или же управления другими людьми, больше известно в нашей школе как бесконтактный бой. Но нужно сразу определиться, если вы вступили в открытый поединок или же пошли силой на силу, и у вас не удалось переломить ход поединка, то соответствующим образом второй вид ведения боя – это технологии скрытого управления манипулирования, как правило, уже не удастся применить, потому что ваши замыслы были раскрыты. И когда кто-то говорит, что продемонстрируете на ком-то бесконтактный бой, а что такое бесконтактный бой? Это еще раз. Скрытые технологии управления как движением человека, управление его сознанием, управление его вниманием или же воздействие на определенные органы чувств. На 5 основных органов чувств. Воздействие определенные звуки. Воздействие на определенные объекты. То есть это, как правило, воздействие или же методом производится вербальное или же невербальное. Что такое вербальное? Это словесные, определенные звуки в определенной последовательности и в определенной интонации. Или же это соответствующая мимика, это может быть определенные жесты. Большинство людей говорит, что бесконтактного боя не существует. Но иногда слово гораздо больше ранит и убивает, чем определенное физическое воздействие. Целостность – это та система, которую я представляю. Начав обучение по рукопашному бою, вначале это был армейский рукопашный бой, затем это была система Кадочникова, которая полностью изменила отношение к жизни, но первично это нестандартные пути и подходы к решению каких-то ситуаций. Я выражаю Кадочникову Алексею Алексеевичу свое уважение и считаю его великим мастером,
Но мастер – это не тот человек, который имеет определенные знания. Это еще учитель. Учитель с большой буквы, который прошел огонь и воду, но также медные трубы. И который передает систему знаний другим людям. Если этот человек не передает эти знания, то значит он сам начинает деградировать. Или же если человек себя обозначил мастером, или же неким божеством, то этот человек остановился в саморазвитии, в самопознании. И у меня в моей жизни были, которые дали мне мощный толчок к саморазвитию, самопознанию. Первично это был мой родной дед Масленников Николай Иванович, участник Великой Отечественной войны, и который был, заменил мне отца, и который проявил мне навык патриотического воспитания, и я благодарен ему, благодарен своей семье, которые направили меня в армию. Так как мужчина, а в Советском Союзе считалось, если мужчина не служил в армии, значит это не мужчина. И я был, не просто служил в армии, я был и есть офицер. Нес боевое дежурство по защите и охране нашей страны, так называемый ядерный щит, боевой офицер группы подготовки и пуска ракетных войск стратегического назначения. Опускался в шахту на 8 этажей и совместно со старшим офицером поворот ключей и пуск ракеты, а войска РВСН это цель номер один за океан. Больше 10 тысяч километров. Но что меня поразило, когда я впервые заступил на боевое дежурство, я увидел табло, график отслеживания НЛО. А любой мальчишка в Советском Союзе, не как сейчас, или же в 90-е годы, кто-то хотел стать бандитом, кто-то хотел стать банкиром. В детстве любой мальчишка хотел быть футболистом, хоккеистом или же космонавтом. А может быть воином, офицером. Так вот, каждый мальчишка стремился в космос, и первично толчок к самому саморазвитию, к самопознанию заложила вот этот тот импульс, когда я увидел график отслеживания НЛО. И в моей системе, система называется «Космос», так как я сам служил в военно-космических войсках, и еще в конце 80-х годов я впервые увидел надпись, заступив на боевое дежурство инженером группы подготовки и пуска в ракетных войсках, спустившись в шахту на 8 этажей, увидел надпись на табло «График отслеживания НЛО». Но я имел и до сих пор имею отношение к государственной тайне, и это, возможно, тема следующих наших занятий. Так вот, первично слово «космос», оно манит и будоражит. Но перед тем, как лететь в космос, мы должны построить фундамент. А фундамент – это баланс нашего тела, баланс разума и баланс нашего духа. И в представляемой мной системе, а система комплексная, система комплексного саморазвития на основе оздоровления и боевых искусств. Так вот, в представляемой мною системе существует 5 основных уровней. Первый уровень – это уровень биомеханики или же физики. Никто не отменял законов природы, законов всемирного тяготения. И первично это биомеханические системы или же система целостности. Система целостного волнового движения и дыхания. До тех пор, пока вы не привели в порядок ваше тело, ваш разум и ваш дух, вы не получили целостную сущность. Возвращаясь к боевым искусствам и отвечая на главный секрет, как я пришел к тому, что сейчас я имею свой загородный дом, имею возможность путешествовать,
заниматься только теми проектами, которые мне интересны, и иметь собственное суждение. Все началось с простейшего. Вначале я очень много и долго занимался боевыми искусствами, причем жесткими боевыми искусствами, а существуют внешние и внутренние школы. Но это условное деление. Внешние школы считают, что только они самые основные по принципу карате, неких жестких стилей ушу, может быть, неких жестких направлений цигуна, когда мы решаем только силовым методом определенные вопросы в этой жизни. Но это внешнее проявление. Но существуют внутренние школы, которые развивают внутренний мир человека. И в природе все начинает изнутри расти, как росток. Вначале внутренний рост, внутреннее самосовершенствование. И древние люди уделяли при передаче знаний так называемые внутренние закрытые школы, когда шло развитие внутреннего мира. Существует такое понятие, как микрокосмос, внутренний мир, и макрокосмос, внешний мир. Самый простейший пример – зеркало. Если вы улыбнулись в зеркало, то значит Вселенная вам улыбнулась, дала ответ. Если вы нахмурились, то значит Вселенная вам также посылает свой ответ на это. И вот занимаясь боевыми искусствами, поначалу это были жесткие техники. В 2000 году у меня произошло знакомство с кадочником Алексеем Алексеевичем. На тот момент это была фигура, это был один из толков-основателей русского боевого искусства, патриарх, который впервые вынес ту закрытую систему, которая была раньше представлена только для офицеров войск специального назначения, и система создавалась для элиты. И эти знания не выносились. Но с развалом Советского Союза эти знания были вынесены, а также это еще началось с того, когда Хрущев разогнал все диверсионные школы, и один из адептов этих направлений был Кадочников. Не закончив обучение в специальном диверсионном училище, он попал на гражданку, закончил политехнический институт. А в войсках специального назначения раньше это направление Спиридонова и его ученики, которые прошли горнило Великой Отечественной войны, и Кадочников прикоснулся к тем знаниям, но обучение шло по первому пути, интуитивному пути. Или же эта работа шла как на мясе. Это куклы, мясо, никто никому ничего не объяснял. Битие определяло сознание. И это та модель, боевая машина, когда из человека можно сделать быстро, а кто такой военный, это профессиональный убийца, делай раз, делай два. Зоны и точки активного поражения и система подготовки включала в себя специальные методы психофизики или работа с образом. Но ту модель, которую Кадочников в дальнейшем вынес, это модель физики и механики. Но эта модель не для всех. Это модель некого саморазвития, самопознания через знание законов физики и механики. И Кадочников, его, скажем так, основной как бы герой всех его объяснений – это Архимед. «Дай мне точку опоры, и я переверну весь мир». С одной стороны, это заявление имеет за собой основу, но с другой стороны нужно понимать, насколько нужно быть сумасшедшим, а гении, которые существовали во все времена, было только три абсолютных гения, обладающих самосовершенствованием во всех областях. Это Леонардо да Винчи, это Аристотель и это Михаил Васильевич Ломоносов. Так вот, Архимед хотел с помощью рычага перевернуть весь мир. Но существует разум,
вселенский разум. И этот разум никогда не позволит какому-то безумцу с помощью только одной физики и механики перевернуть весь мир. Да, рычаг – это простейший преобразователь силы, это первичная модель мироздания, или же познания, или же управления. Согласно законов физики и механики, мы или же выигрываем в скорости, или же, скажем так, в силе, в зависимости от точки опоры. Но если всерьез думать, что с помощью только рычага мы можем перевернуть весь мир, как простейший преобразователь силы, это не совсем верное решение. Помимо физики и механики, человек – это еще биомеханическая система, также психологическая, энергетическая, информационная и духовная. Бывает, о ком-то мы подумали, и тут звонок. И вот, занимаясь жесткими боевыми искусствами, система Кадочникова – это система армейского обучения спецподразделений, проецируя состояние ярости и гнева, так как военный – это профессиональный убийца. И если вы можете обратить на мои ранние видеофильмы или же те видео, которые есть на YouTube, моя техника была более, может быть, жесткая, может быть, менее продуктивная. Я, как все, совершал ошибки, первичные ошибки. Это ошибки копирования чужих движений, чужих, может быть, мыслей, эмоций. В данном случае это был Кадочников Алексей Алексеевич. И существуют основные препятствия на пути саморазвития. Препятствия в виде туннельного зрения, или же это еще призраки пещеры, ограниченность обзора, когда мы смотрим ограниченным взглядом из какого-то ограниченного пространства. Мы не видим все, что находится влево, справа, спереди, снизу, и мы видим только ограниченное. В свое время для меня, или же, как говорят, не создавайте себе кумиров, идолов. Так вот, в свое время я создал себе кумира, идола Алексея Алексеевича Кадочникова, и данная система была представлена как комплексная система. Система выживания, система развития, система многого чего другого, оздоровления. Но по мере саморазвития человек начинает понимать, что, возможно, это не совсем так. И я для себя увидел то, что долгое время, допустим, скрывал Кадочников Алексей Алексеевич, а эти знания первичные мне дал другой человек. Это военный психолог, начальник психологической службы ВВС России Александр Крахмалев, который участвовал в создании специальных курсов психофизических методов спецназа, вхождение в определенные измененные состояния сознания, которые позволяли человеку долгое время находиться без воды, без пищи, или это так называемая вторая ступень, высшая ступень аутотренинга. И на первых же занятиях я получил ответ на все остальное. И вот, занимаясь по системе Кадочникова, и я обратил внимание, почему у Кадочникова Алексея Алексеевича на протяжении долгих лет, а когда я впервые столкнулся с Кадочником, это был 2000 год, на тот момент у него существовала его гражданская школа в Краснодаре, и его семинарские занятия посещали всего 2 человека. Система была известна очень ограниченно. И вот, когда от Кадочникова поступило предложение совместно двигать эту систему, а на тот момент у меня был мощный потенциал и было некое стремление, даже вообще на тот момент никто не мог себе мечтать, чтобы встретиться с Кадочниковым. И первично, когда я загорелся этой системой, знания, начальные элементы этой системы я получил первично, это на стажировке на 4-м курсе. В Белоруссии были курсанты школы Кадочникова, его Краснодарского училища. Я увидел нестандартные пути и подходы. Потом это были другие люди.
Но тогда я уже понял, если вы хотите получить истинные знания, вам нужно работать с первоисточником. Вам нужно подняться на вершину горы. Этой вершиной горы был Кадочников. Но если вы что-то захотели, то значит это у вас начинает происходить. А на тот момент, еще до знакомства с Кадочниковым, у меня было событие, которое, возможно, меня сподвигло к мощному толчку саморазвития с позиции оздоровления. У меня была автомобильная авария и было защемление шейных позвонков. И была проблема большая с позвоночником и проблема очень серьезная, которая могла привести к определенной травме или же к некому статичному положению. Так вот, я первоначально, еще до знакомства с Кадочниковым, стал заниматься суставной гимнастикой. Вначале это было, возможно, знакомство с гимнастикой Нарбекова, потом это были свои какие-то направления движения, но я сразу понял, что первично это дыхание и энергетика. И когда я стал работать с дыханием, с энергетикой, а с энергетикой я пришел к чему? Это вначале была боевая энергетика, отрабатывая движение, удары на сверхбольших скоростях, нанося удары по газете, туша свечку, у меня прошел выброс энергии. И эта энергия первично была разрушительная энергия. Эта энергия стала разрушать. Но помимо этого, столкнувшись еще с самим Кадочниковым, и мне помогла та энергия или некие такие экстрасенсорные способности, которые у меня развились после, возможно, некой аварии, некоторых измененных состояний сознания. И когда-то еще первое проявление, это было в 90-х годах, это спонтанная демонстрация воздействия, психофизического воздействия, или же это некий альфа-гипноз на определенные группы криминальных людей. На тот момент я работал в Москве, работал со спецслужбами, это были афганцы, ветераны. И там была ситуация одна по бизнесу, эту ситуацию контролировали спецслужбы на уровне ФСБ и также крупные криминальные московские группировки. И впервые там я продемонстрировал некоторые способности воздействия на группы людей. Но это было неосознанно, но оно было изнутри. И вот после этого у меня состоялось знакомство с Кадочниковым. Я к нему приехал в Краснодар и представлял определенные спецслужбы. Затем совместно нами был создан центр на базе Тверской губернии, антитеррористический тренинговый центр. И в этом центре принимали участие и были приглашены преподаватели. Но преподаватели, которые были уникальны во всех областях. И вот эти преподаватели дали мощный толчок к развитию самой системы и к тому, к чему я пришел. В чистом виде, я еще хочу сказать, что как таковых учителей у меня не было. Просто были люди, которые дали определенный толчок мощному к саморазвитию, к самопознанию. Первоначально это был мой родной дед, затем это второй был дед, Кадочников Алексей Алексеевич, хотя он никого и ничему никогда не обучал. Ни о какой энергетике, ни о каких тайных знаниях, вот физика и механика. Но если у человека были мозги, человек может формировать события и проецировать эти образы во внешний мир. Расскажу тот пример на основе собственного опыта саморазвития, как я пришел ко всему к этому. Занимаясь по системе Кадочникова, у Алексея Алексеевича Кадочникова, я со временем обратил внимание, что мои техники несут разрушение и разрушают все вокруг меня. Я задумался. На тот момент у нас существовал антитеррористический тренинговый центр и привлекались различные
люди, преподаватели. К нам приезжали с Альфы, с Вымпела. К нам приезжал отряд под руководством героя России посмертно, командира группы Вымпела, Разумовского. Многие другие люди, не буду сейчас говорить откуда, где, и разные преподаватели, военные психологи. Но это были очень жесткие техники, практики, которые мы отрабатывали. В свое время, в 2000 году, когда мы готовили контрактников, мы бойцам ставили видео. На этом видео, назовем так, кавказские сепаратисты, террористы отрезали нашим солдатам бушки. И вот мы ставили это видео и говорили: боец, ты кто? Ты волк или овца? Как ты будешь в этой ситуации? И мы отрабатывали разные жесткие техники рукопашного боя без защитных средств. Но в дальнейшем я увидел, что почему-то то, что, чем я занимаюсь, это разрушает мое здоровье, разрушает меня и разрушает бизнес. И затем я задумался, почему у того же Кадочникова Алексея Алексеевича, казалось бы, человек – это гигант мысли, отец русской демократии, на тот момент, когда я с ним столкнулся, система была не развита, не было ни книг, ни видео, не было. То есть, хотя в Москве только 3000 человек занималось по системе Кадочникова, и у него долго не было партнерских отношений с людьми. Год-два, и люди уходили, или он их просто ругался, и происходила разрушительная энергия. Я вначале думал, это все дело в людях, но проанализировав, там, на примере первичное, это Ритюнский, это многие другие там основатели там школы русских боевых искусств во всех отраслях, я понял, что дело не в этих людях, а дело в основателе. Да, его можно понять, человек всю жизнь стремился продвинуть свою систему в армии, но кто такой военный? Военный – это профессиональный убийца, и на методах психофизических это идет разрушение, проецирование состояния ярости, гнева, энергии удара отсроченной смерти. И это начинает разрушать все вокруг. И тогда я совершенно по-другому стал это все воспринимать и проецировать во внешний мир. В свое время мне один мой знакомый преподаватель, мастер боевых искусств, сказал, что в Москве существует одна группа небольшая, закрытая. У них есть учитель, который уже на протяжении 5 лет обучает их только дыханию, энергии здоровья. 2 раза в неделю они делают практики дыхательные, оздоровительные, занимаются 1,5 часа всего. Несколько раз в году ездят на места силы, делают тренинги, причем у этих людей идет очень успешный бизнес, и каждый из них платит им, мастеру, учителю, всего лишь там по $1000. Ну, человеку $5000 в месяц хватает, он не имеет никакого стресса и просто-напросто полон сил и энергии. И вот тут я задумался. На тот момент у меня в Твери занимались группы до 50 человек, и я понял, я трачу силы, энергии, а нету здоровья, уходят куда-то силы, и я как пожарная команда, я пытаюсь что-то затушить после того, как это возгорелось. И вот тут я поменял свое отношение к жизни. Ну, во-первых, я стал улыбаться. Я улыбнулся миру, мир улыбнулся обо мне. В моей голове появились мысли о том, что в конце концов нужно привести свое тело в порядок, наполнить его силой, энергией, энергией любви, энергией добра. И на какой-то момент у меня вначале появился один олигарх, человек, который на тот момент имел $3 миллиарда и был как годовой контракт. Потом стали появляться другие люди, кому-то я отказывал, кому-то давал. Были разные люди, были ученые, писатели, актеры, с кого-то я вообще не брал денег, но сама Вселенная дала мне то, что я спроецировал с помощью визуализации своего намерения. Но помимо того здоровья, которое я хотел иметь свой собственный загородный дом, причем на месте силы. Это обязательно должна была быть река, это должен был быть лес, это должен быть святой источник, это заповедник. И в свое время
мой старший партнер, мой друг, занимал хорошую должность в ФСБ, затем стал крупным бизнесменом, строителем, купил бывший пионерский лагерь, и я когда-то приехал к нему в гости, погостил в его доме, но на тот момент у меня не было столько денег, но у меня было большое желание иметь это. И вот сама Вселенная, в моей голове было сильное намерение, мысль, но это мысли, эмоции были мои, центр разума был сгармонизирован с духовным центром. Я верил во все это, и я представлял. И в конце концов появились проекты, проекты дали мне то, что я хотел, и вот то, что я имею. И в дальнейшем я какие-то проекты в Москве просто закрыл. Так вот, самый главный секрет, это секрет внутри нас. То есть, если вы хотите изменить мир, измените самого себя. В древности и в настоящее время магические, энергетические, эзотерические знания открываются только избранным или же посвященным. При всем при том, что многие люди могут говорить про то, что что-то существует, что-то не существует. Я вначале коротко рассказал о себе, и когда-то я кому-то чего-то доказывал в этой жизни, что что-то существует, что-то не существует. Но, например, что такое интернет, что такое книга, что такое знание, та система образования, которая существует на нынешнее время, она не дает истинных, реальных знаний. Эти знания оторваны от жизни, и этих знаний столько много, кто-то специально перегружает наше сознание, чтобы отвлечь от реальности, от истины бытия. И, например, вы можете почитать, что пишут обо мне в интернете, но, как правило, это пишут люди, которые лично со мной не встречались. Но есть разные категории людей. В свое время я отказал в Москве очень влиятельным людям в обучении. Это первично. Второе. Я имел и имею отношение к определенным структурам. А эти структуры никогда не выносили и не разбрасывали знания. И каждая структура и каждый влиятельный человек хотел и хочет, чтобы знания были принадлежали только ему. Поэтому есть определенная дозировка этих знаний и есть некий выброс определенной информации, сброса для того, чтобы понять или не понять, что-то существует, что-то не существует. Но когда ты сам себе что-то в этой жизни доказал, тебе не нужно никому ничего доказывать. Поэтому представляемая мной система – это, в первую очередь, система для элиты. Но под элитой я воспринимаю не только олигархов, бизнесменов, там, руководителей силовых структур или же закрытых обществ. Это, в первую очередь, интеллигенция. Это, в первую очередь, наличие интеллекта, наличие мышления. И та система образования, которая была в древности, или метод Сократа, это метод, который заставлял учеников думать, размышлять, спорить, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Это та система знаний или неких сакральных знаний от учителя к учителю, от сердца к сердцу, из уст в уста. И в представляемой мной школе представлено два основных направления. Первое – это русский рукопашный бой, боевая система спецназ. Основа – самооборона. Но самооборона, нужно понимать, есть гражданская самооборона, а есть самооборона, та, которая в течение полугода происходила и происходит на юго-востоке Украины. И я обучаю вежливых людей именно этой самообороне. Но я знаю также методы и гражданской самообороны с позиции не превышение ее пределов, и чтобы не было конфликта с законом. Но мир устроен так, он многополярен. И ты сегодня военный, а попал на другую территорию, ты гражданский. Вышел за пределы части,
и ты уже другой человек, и в то же время гражданский может попасть в условия военных конфликтов, терроризма, сепаратизма, в силу того, что происходит на юго-востоке Украины. И в той системе боевых искусств, которую я обучаю, она отличается от спортивных единоборств. Но у меня нету проблем ни с кем из мира спорта, с мира боевых искусств или еще кого-то. Мне многие пишут письма или, приезжая на семинарские занятия, задают вопрос. А боюсь ли я встретиться с кем-то? Называют, как правило, несколько фамилий. Или как моя система будет работать против той системы, например, карпа, плывущего против течения, или некого мужика с топором, ну, фамилия Кочергин, мало кому известная в интернете. Или в другую называют фамилию человека с бородой Бадюка. Ну, во-первых, у меня не было никогда никаких проблем и боязни встречи с кем-то. Будь то это чемпион мира по кикбоксингу Хасиков, но каждый может делать свои выводы и заключения о той встрече. Но те, кто там были, они видели и знали. Я пришел один в эту школу, я навязал свои правила и условия, я сделал определенную психотехнику. Да, она, возможно, была не сразу, но я улыбнулся этому человеку, и этот человек не смог после той улыбки и энергии, которую я запустил, причинить какие-то жесткие воздействия в отношении меня. То есть это была психотехника против мастера, чемпиона мира после боевого искусства. Но нужно понимать, что такое чемпион мира, допустим, по кикбоксингу. Это очень сильный с позиции психики, энергетики человек. И вы мне скажите, знаете ли вы хоть одного мастера, гипнотизера или же мага-колдуна, который может выйти и в одночасье продемонстрировать психотехнику в отношении человека, который очень жесткий или же мастер боевых искусств. Ну, в лучшем случае это будет как с китайским дедушкой. И осознание, что люди не умеют говорить или общаться. Я еще раз хочу сказать, что та система, которую я представляю, мир боевых искусств, это система специального боя, направленного на моментальное поражение и уничтожение противника. И в той структуре войск специального назначения за основу берется это огневой контакт или же это ножевой бой. И как говорили и говорят люди, и мне тоже говорят многие про фамилию Бадюка, ну, у меня нет никаких проблем с этим человеком или с другим. В отношении Бадюка я знаю тех людей, которых я тренирую, и с кем я общаюсь, и кто вместе с ними служили, и знает его. И, как говорится, мы одной крови. Да, человек добился определенных успехов с позиции спорта. Я приветствую тех людей, которые занимаются спортом и отрывают молодых людей от улицы. Это лучше, чем сигареты, наркотики или просиживание штанов в интернете. Но нужно понимать, что очень мало людей, кто совмещает занятия внутренними и внешними школами. Та система, которую я представляю, это взаимосвязь внешнего и внутреннего. С одной стороны, это методы и комплексы оздоровительные по принципу различных оздоровительных дыхательных практик энергии здоровья, йоги, цигуна, разных других направлений, но в то же время это древнеславянская культура с позиции антропологии, физиологии, как говорят, там, где родился, там и пригодился. Это совершенно другой подход в обучении. С другой стороны, это различные методы боевой подготовки, в первую очередь психофизической подготовки, основанной на синхронизации левого и правого полушария и работы координации двух рук. И в первую очередь это высококоординированная система. И, например, ко мне пару месяцев назад приезжал известный трехкратный чемпион мира по
в тяжелом весе, выигравший Глорию. По пути движения человек мне высказывал определенный негатив. А я вот видел твои там встречи с Хасиковым, видел твои какие-то непонятные встречи с боксером, который забыл, как боксер Ники Колесников. Я не такой, я вот боксер. Я не стал ничего говорить, но когда мы приехали, и человек попросил, а давай по-боевому поработаем, давай друг другу удар нанесем. И почему-то человек после этого сказал, я всю жизнь занимался боксом, мастер спорта по боксу, мастер международного класса по кикбоксингу, трехкратный чемпион мира, а я, получается, что бить не умею. Во-первых, разные методы в обучении, и нужно понимать, что в жизни мы бьем не в перчатках, а мы работаем без защитных средств. И вот умение сохранить силы здоровья и в то же время максимально воздействовать сильным звеном на слабый участок. А в отношении Кочергина, ну, я лично не знаком с этим человеком, но он заслуживает определенного уважения, опять же, с позиции того, что делает, и это силовые структуры, и мало того, это просто молодых людей, и из людей делает мужчин. А в Советском Союзе, кто не служил в армии, и он вообще не считался мужчиной. Но с другой стороны, я хочу привести один пример. Ко мне как-то приехал молодой человек, некий ботаник, на семинар после тренинга Кочергина. И вот он такой говорит, вот я был ботаник, я посетил семинар Кочергина, мы там душили, били, там все в крови. И я такой стал сейчас монстр. И я такой в себе развил такую силу. Я раньше всего боялся людей. А тут после семинара, тренинга я захожу в супермаркет, и мне вечером водку не продают. Да я там разбил, раскрушил витрины. И продавцы, и охранники испугались, убежали. И я ему говорю, дурак ты дураком. Твоя жизнь могла бы на части закончиться. И помимо того, что вас учат боевым искусством, вас должны учить в первую очередь думать, чтобы не было как с тем боксером. Вначале ударил, потом подумал, в местах не столь отдаленных. Следующее. Есть определенные иллюзии при занятии боевым искусством. Многие думают, что занимавшись годик, два, три, пять, десять секции бокса, кикбоксинга, боевого самбо, вы получите реальную самозащиту в жизни. Ничего подобного. На мой взгляд, у людей, которые никогда ничем не занимались, у них иногда больше шансов выжить. Но приведу конкретный пример. Ко мне приехал на тренинг в прошлом году один политик из Башкирии, занимающийся боевым самбо, и рассказывает пример характерный. Их школа, которую он спонсирует, продвигает и сам занимается в этой школе. В этой школе молодой ученик стал чемпионом по боевому самбо. И в этот день этого молодого человека убивают. Причем ситуация парадоксальная. После школы, после тренировки и некой презентации, хотя они даже не выпивали, а только чай с тортом пили, возвращался с другом все домой. Входит в арку, темно, и тут неожиданно из арки мужик с ножом выбегает и наносит моментальный удар ножом и убивает этого чемпиона. Причем, что характерно, мужчина оказался потерпевшим. Во дворе на него напали, группа людей с ножом, каким-то образом он от них отбился, подобрал земленож и в состоянии аффекта разогнанной психики выбегает. Так вот, чемпион мира по боевому самбо даже среагировать не смог. И я вам с полной уверенностью заявляю, что в этой жизни нужно больше всего бояться не какого-то мастера спорта по боксу, по кикбоксингу, мастера спорта по ножевому бою. Больше всего угрозу, опасность представляют молодые люди с разогнутой психикой, или еще страшнее, наркоманы. Нож – это самое страшное оружие. Меня зовут Вадим Старов. Я являюсь
президентом Международного центра «Русский стиль» и представляю комплексную образовательную систему методов оздоровления, саморазвития или же боевое искусство на основе оздоровления и саморазвития энергии, интуиции, интеллекта. Баланс тела, разума и духа и цельность сущности нашей души. Представляемая система имеет следующие ступени и направления. Первая, самая основная ступень – это ступень целостности, баланса тела, разума и духа на основе системы целостного волнового движения. Первый уровень включает в себя основы правильного питания, как вида энергии, основа дыхания, основы движения и отсутствие стресса. Система целостного движения позволяет вернуться к тому естеству и в дальнейшем наполнить тело энергией. Вся проблема современного человека – это стресс. Это излишняя мозговая активность или же это некая хаотичность мышления. Мы все в этой жизни делаем на бегу. Мы куда-то стремимся, мы чему-то кому-то доказываем. Русского боевого искусства – это боевое искусство первично на основе фехтования, на основе работы с оружием, с предметами, техника ножевого боя и базовые элементы русского стиля, русского рукопашного боя. Такие как первично базовые элементы, стойка, перемещение и передвижение в стойке, затем специальная акробатика, падение, кувырки, перекаты, базовые элементы захваты и освобождение от захватов, удары, защита от ударов, работа в дальнейшем с предметами и подручными средствами и работа против группы. Во время обучения используются два подхода. Первый стандартный подход, как во многих боевых искусствах, это в начале техника работы без оружия. Это европейская дискретная модель подачи информации. Человек приходит в школу, ему вначале изучают определенные символы, буквы, затем слога, слова, предложения, потом пишут сочинения. Есть другой подход. Образование, само слово образование – это образ. Это больше та модель, которая присуща сейчас Востоку. Сразу закладывается определенный образ, или же, например, на примере филиппинских боевых искусств, сразу начинает обучать с оружием. Но в свое время, лет 10 назад, ко мне приехал гранд-мастер боевых искусств, ему тогда было 67 лет, и я проводил занятия в воинской части, и он сразу увидел, что рукопашный бой по системе спецназ и филиппинская техника кали-арнис – это одни и те же техники, это одно и то же. И мы друг друга назвали братьями. И в прошлом году мы с этим мастером проводили семинары по ножевому бою, но все равно существуют отличия в той системе, которую даю я и которую дают мастера-филиппинцы, потому что у меня в первую очередь это система синхронизации левого и правого полушария, и это все равно некие нестандартные методы. Кто-то может посмотреть, увидеть бокс, увидеть кикбоксинг, карате. И тоже карате, отличие от русского стиля, в карате мастера, ставший человек, долгое время занимавшись, отрабатывая жесткие линейные техники, только потом переходит к кругу. Мы же с самого начала обучаем круговым методом, а круговой метод – это метод образа и это метод ведения боя против большой группы людей. В нашей системе нету никаких противопоставлений против спортивных единоборств. Если вы хотите поставить удары рук, вы можете пойти позаниматься в школу бокса. Но не нужно забывать, что удары по голове лучше не получать, они бесследно не проходят.
Хотите поставить ноги, возьмите технику карате, возьмите технику тэквондо. Возможно, это соединив руки и ноги, кикбоксинг. Но если вы хотите включить мозги, то приходите к нам. Мы совместим работу тела, работу разума и работу духа. В нужное время и в нужном месте существует направление бесконтактный бой. Ну, кто-то говорит, есть бесконтактный бой, кто-то говорит нет. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. Кто-то существует, зная, думает, что только есть материя, сознание и духа не существует. Но рано или поздно люди начинают задумываться о каких-то других вещах. Стандартные единоборства, школы боевых искусств, они существуют внешние школы, существуют внутренние школы. В нашем понятии это единое. Как можно внутренний мир от внешнего мира отвлечь? Мне задают вопросы. А как вы думаете, вот сколько лет нам нужно отзаниматься, лет 5 или 10, чтобы заниматься энергетическими практиками? А как вы думаете, чтобы вам здоровье ваше привести в порядок, вам сколько нужно? Вы на машине ездите, профилактику делаете? А почему вы не делаете профилактику? Так вот, представляемая система, два направления системы «Космос». Система специального назначения – это быстрые методы обучения специальных групп или же некие курсы подготовки. Это на базе семинаров или двухмесячных курсов самообороны. Кто-то задает вопрос, чему можно обучиться за 6 дней, за 3 дня. Мой ответ. Можно даже за одну минуту обучиться, смотря у кого и смотря чему и какая ситуация. Иногда в этой жизни встречается человек, и он вам просто сказал слово, и это был ключ, который перевернул все в этом вашем мировосприятии. А возможно, это то, чего был пазл, которого вам не хватало. Да, за 3 дня, за 6 дней и за 2 месяца нельзя сделать мастера боевых искусств. Но можно научить эффективным методам и практикам в определенных ситуациях. В нашей системе существуют следующие методы обучения. Первое – это базовые техники, базовые тренировки. Для того, чтобы стать инструктором по русскому боевому искусству русского стиля, нужно отзаниматься минимум год, чтобы получить первую начальную ступень или первый дан, при этом сдав экзамен. 3 года – это хорошая базовая техника, но средний уровень инструктора, тренера, мастера – это 5 лет занятий. Также система «Космос» – это система оздоровления, саморазвития, развития энергии, интуиции, интеллекта. Существуют также методы обучения. Первое – это поэтапное, гармоничное обучение. Это на основе медленного, расслабленного, поэтапного движения, развития, аккумулирования внутренней силы, энергии. Человека очень быстро научить или же запустить в нем энергию. Но для того, чтобы прийти к базовому пониманию, нужно заниматься 5 лет. Но существуют специальные методы обучения или же передачи знаний. Как говорят, от сердца к сердцу, от уст в уста. Когда ученик готов, появляется учитель. Речь идет об индивидуальных занятиях. Занятиях один на один с учеником. Но для этих занятий в начале встречи допуск ученика на индивидуальные занятия. Приглашаю вас на занятия, на свои курсы, которые проходят понедельник, среда, пятница с 19:30 до 21:30. Занятия проходят, и начало курса 10 сентября. Метро «Партизанское», Измайловское шоссе, напротив гостиницы «Вега», стрелковый клуб, зал бокса.
Занятия включают в себя рукопашный бой с оружием, без оружия, работа с большими группами и с малыми группами, а также занятия включают в себя курсы подготовки инструкторов, курсы занятия боевыми искусствами и эффективные методы приема самообороны. Это внешний стиль. Первично за основу берется физическая подготовка, развитие таких качеств, как сила, скорость, ловкость, выносливость и постановки сложно-двигательного координационного навыка. Вторая школа – это занятия по субботам с 11 до 13 или же с 11 до 14. Это занятия метро Арбатская, это Новый Арбат, Большая Молчановка, 23, старинный особняк, элитная студия для занятия оздоровительными дыхательными практиками, развития энергии ЦИ, или же комплексная система развития энергии. Первая ступень – биоэнергетика, вторая ступень – психотехника. Всем спасибо. С вами был Вадим Старов. До следующих наших встреч.